такси. Белая, большая скорость. Опрокинул мой радар. Удалось увидеть номер? Не было времени. Нужно держать глаза открытыми. Это наша работа. Смотри, стажер. Это новый Кортекс 500. Самая последняя модель радара. Скорость высвечивается здесь, позволяет работать из укрытия. Подходишь к краю дороги. На 30 сантиметров вытягиваешь руку. Все-таки начинать лучше со старой модели. Шеф, клюет! Вот шат крупная. 306. Не хочу вас обидеть. Скорее, это 406-я. Но сборка не заводская. 306 его скорость, болван. Мотоциклистов вызывай! Слушаю. Белое такси, скорость 306 километров. 306. Сколько, сколько? Повторяю, 306 километров точно, в час. 306. Хорошо, сейчас им займемся. Привет, педики. Вы не на параде? Небось, брезгуете солдатней, да? Предпочитаете в тесном семейном кругу? Ну вот что, поиграем в салочки. Догоните, кому я понравился. А ты не переборщил? Ерунда, я уверен, они в восторге. Брать мерзавца живым, я лично его четвертую. Кто это? По-моему, Даниэль. А кто же еще? Этот псих. Поспорим на что хочешь? Полиция его никогда не поймает. Смотри, проспоришь, Паскуа. Говорят, для жандармов что-то новое придумали. Что там могут придумать? Какую-нибудь очередную бомбу? Новое секретное оружие. Все нормально. Черт, 298 километров. Белое такси мчится со скоростью 298 километров в час. Повторяю, 298. Вас понял, отбой. Сможешь номер записать? Постараюсь. Вперед, марсельский олимпик. Это не номер машины. Это имейл. Теперь сгруппируйтесь. Ты еле тащишься. Ты что, мотор на пределе? Заметил что-то? Нет, ничего, ничего. Патруль номер один. У нас все тихо. Куда едешь в отпуск? Пока я еще не думал. Но туда, где снег. Наш пост только что миновало белое такси. Оно будет у вас через минуту. Вас понял. Видимо, наш малыш Даниэль. Судя по скорости, явно не папа римский. Пошлем парижанина. Ну перестань, ты уж совсем. Пусть учится, он все-таки стажер. Эй, послушай-ка. Боже! Вон, видишь, стоит радар. Настрой его на максимально чувствительный уровень, понял? Так точно, шеф! Осторожно, отойдите от края платформы, приближается ТЖВ. Почти 312. Спасибо, малыш. На самом чувствительном уровне это очень эффективно.